Здравствуйте, уважаемые блогеры. Сегодня суббота, 19 ноября. Я иду на митинг. 2 часа будет. Сейчас время 12. 10 минут первого местного. У нас разница с Москвой 2 часа. Вперед. Нет, у нас 12, в Москве 10. Да, вперед. Не понял как. И вот у нас 12, 2 часа, 2:30 будет митинг напротив Единой России. Вот, законодательное собрание края. Вот я там буду выступать. Скажу, что я о них думаю. А думаю я о них сегодня цензурными словами. Уже сейчас готов материться, потому что слов нет, одни эмоции. Но я матерюсь хитро. Я говорю, пошел на фуй, первое Ф. И куда я пошел? На фуй. Что такое фуй? Ну, что ты знаешь. Я говорю, что по-китайски дорога идущая вверх. Есть такое сходное там слово. Хотя я где-то это слышал. Не факт, что это так. Вот одни эмоции. Поэтому там я скажу, что я о них думаю. Все, спасибо.